Всесоюзной НИИ пульмонологии становится структурным подразделением университета. Растет число больниц астмы, а вот расходы на их лечение уменьшаются. И это, кстати, тенденция во всем мире. Число больных увеличивается, и это благодаря ранней диагностике, благодаря адекватному лечению ситуация, это позволяет уменьшить значительно расходы на лечение этого заболевания. Связанные с ним планами. Я думаю, что при том динамизме,
которая сегодня развивается, России такой вуз нужен как никогда. Поздравляю вас. Член-корреспондент Российской академии наук Глеб Борисович Федосеев. Какое значение наши учителя придавали терапии, общению и стремлению обменяться идеями? Пусть всегда процветает первый Санкт-Петербургский медицинский университет. Всегда будет первым. Вручается премия за лучшую диссертационную работу по внутренним болезням имени Владимира Михайловича Черноводца. Все имеет свой конец, свое начало. Загрусти, всплакнула осень маленьким дождем. Как часто вижу мой удивительный сон, в котором осень надо танцует в альфа-сон. За столом сидим, поем, пляшем. Подними эту чашу за детей наших, за друга, не дожившего до дней этих, за силу, что несут волны. По полной. Вот мы живем судьбу свою кляня. Возраст – это приближение мечты, но конфликтующие с телом иногда. Мы благодарны вам за то, что вы откликнулись на нашу просьбу, за то, что вы подарили такой замечательный вечер. Мы вас очень любим, мы вами гордимся. Спасибо. Москва, друзья, чужбина. Отечество мне город Ленинград.